С этого года поступление в университеты Молдовы проходит только онлайн. В Министерстве образования и исследований объявили переход на оцифрованную систему и обещают упростить процедуры, чтобы все кандидаты смогли воспользоваться одним и тем же преимуществом. Поможет ли это решение упростить процесс? Команда Ньюсмейкера узнала мнение будущих студентов по поводу реформы. Если одним идея онлайн-поступления пришлась по душе, другие предпочитают классический метод – лично прийти в учреждение. Редко физикой мы бин. Восемьдесят мои си. Да. Парекой мы биниш мои комод. Варикум, потому что ну требуется ты уж стрельнуть от документы, лишь ты душ ла институте, каре еврей сиди пуй, съел тут тим пидрум. Там интересно, что пришла три пса, пришла три университет, что три специалитет, что ну кред с ее дефикультат не что не вак. Мы си горарфин в институте, дар да кашадем вонда онлайн. Мульц на посибилитате с фей презент физик. Алци оферы, адика profite pentru opțiunea online. Generația din ziua de azi nu cred că să aibă o problemă cu partea online. Eu cred că va fi dificil. De ce? Eu cred că prezența fizică e mult mai sigură. Un plus pentru persoanele care sunt în afara orașului. De ce și nu? Pentru că, de exemplu, spunem, dacă cineva poate e peste hotare și are, nu poate să vină în țară la moment, poate să aplice online. Digitalizarea asta și este viitorul. E viitorul și nu cred că asta e vreo problemă să fie nevoie să aplici online.